Всем здорово, ребят! Ну что, вот и настал розыгрыш двух огников, которых я... Ну, обычно еженеделька это называется, то есть каждую неделю идет конкурс и розыгрыш. Поэтому не теряйте свой шанс, смотрите внимательно, посмотрите плейлист, пересмотрите с конкурсами, будете понимать, о чем речь, что такое еженеделька. Помимо этого, ребят, я на выходных разыграю вот этот аккаунт, я решил дать время до выходных ребятам. Конкурс на топ ак на стартовой страничке, как видите, видосики есть, заходите туда, смотрите, что непонятно, пишите. В принципе, в этом видосе вы видите, что должно у вас быть, как должно быть, там условия отдельные, то совсем другое. В общем, вот так вот, поехали. У нас прошлая неделя закончилась на видосе 100 FTP. Сейчас мы его поищем. А, вот он, 100 FTP. Вот начиная с него. Так, и потом мы... Так, вот качаем калашик пророк. Я уже снимал утром следующего дня, да. Тут еще битву гильдии проходили. Вот, докачаем калашик. То есть это будет первый победитель. У вас должно быть минимум 15 досов. Так, 100 FTP. Раз, два, три. По линейкам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть... 7 8, 6 на 8 48, плюс 3 51, плюс качаем калашик 52. Следующий будет, начиная отсюда. Так, окей, поехали. Ренстав 1, давайте так, генерировать 52, сгенерировать 20. Так, 20 видос по счету, спускаемся обратно вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Обнова Тайвань. Отлично. Заходим сюда. Такс. Здесь комментарии все открыты. Я спамчи еще сразу. Добавляю вас. Копируем видос. Заходим. Нашел я новый рандомизатор. Делаем вот так, вот загрузил этот видос, и опа, и сразу тут все очень быстренько, маразм крепчал, вся надежда на халяву, Мурат Мизиров. Заходим на его канал сразу же, смотрим подписки, есть подписан, смотрим видосы, вот видите, у него плейлист с видосами открыт. Соответственно, я могу нормально посмотреть. Так, и чё, бро? И чё ты мне скажешь? Странный акт, плюхи. Эта неделя есть, а прошлая неделя? 2 месяца, 3 месяца. Ну, бро, вот так вот, ребятушки. Хотя нет, 4 дня, вот что-то оно как-то в разброс. Все в разброс, блин. Вот это вот я больше всего не люблю. Так, ладно. Я не знаю, каким образом сейчас теперь их посортировать. В принципе, если они здесь есть, он же делал репост, то они есть, видосы эти все и у него на страничке. Побежали на его страничку, забежим. Так, надо включить сразу же VPN-очку. Так, 39 лет, Москва. Сегодняшние видосы есть, побежали вниз. Конечно, неудобно, но на русском не продают раньше. Так, ищем видос. Еще с октября на пути, сентябрь. А, он это все делал, понятно, сентябрь. Так, Королева Ос. Блин, оно кинуло нас еще и мобильную версию. Ладно, не столь страшно. Так.
Просто пипец. Сколько видосов. Попробуй найди так, сентября. Так, где этот видос 100 FTP? Новая тактика, вдруг у него, да, последний герой, Эва. Жесть. Так, обновы пошли. Убили купон. Имба, Плюхерол, Роза, Роллинг. Обзор версии, новый шар обмен, самая крутая тыква. Вот они, новые молотки. Так, отлично, есть, есть, есть. Вот так и живем, ворожей. Конечно, так неудобно выбирать это все. Вы даже себе не представляете. Какие-то мучения. Guild Wars. А, это он десяточку еще. Я думаю, что за фигня? Это десяточка. Я ж смотрю, что-то. Что-то жесть какая-то прям. Так, вот тайка, ловим зефир. Так, ну короче, видосов у него дофига. Сейчас я так зайду. Посмотрю на этот. Блин, хреново, видите, что и то вместе. Но главное, что он сделал, кстати, правильно для тех, кто хочет десяточку. Он сделал все очень правильно. Так, убили 100 гемс, минотанк, качнул бафиков. Обзор обновы, это у него есть. Предыдущий обзор версии тоже есть. Это все входит сюда. Тыковка есть. Да, это все та неделя. Все, первый победитель у нас есть. Личное сообщение. Не школьник, ребят, как вы видели. Видите. Так, я надеюсь, он напишет. И хорошо. Так, первый у нас есть. Окей. Закрываем. Так, подписка есть. Давайте еще ради интереса я сделаю. Где там он? Я сделаю вот так. Ну, я думаю, 39 лет. Ему точно, он точно не будет страдать херней, как некоторые. У нас есть такие ребята, которые любят поспамить. Вот это, кстати, все сообщения, которые... А, нет, вот еще должны открываться. Сорок девять комментариев. Странно, видите, атаки его не ищет. Хотя там есть. Очень странно. Ну, сейчас обновлюсь еще. Как я люблю. Надо, наверное, не открыла или что? Вот как? У него это есть, а здесь коммента нет. Здесь 49 комментариев. Ну, сейчас попробую. Может, он поменял. Его тут не находит. Вот я не знаю, вот как так. То ли YouTube херней страдает, блочит, вот я не знаю. Вот реально он здесь выкинул его. Тем более это сейчас по линку все идет. Ладно. В общем, отдаю, репосты есть, все есть, но я не знаю. Я уже не знаю, как делать эти конкурсы, блядь, ребят. У меня уже начинает подгорать. Так, первый готов. Поехали дальше. Следующий. Начиная.
от этого видоса до что там у нас было последнее, жизнь сварщика 3 дня назад. Проходим битву гильдии, этому на выходных, и космо был. Качаем Сэнди. Это вечером у нас было с Кококо. Вот последний видос 3 дня назад. Это было у нас как раз понедельник. Так, окей. Значит, докачаем Сэнди. Следующий с последнего видоса. Так, смотрим, что у нас по линейкам получается. Минус один будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 6 на 8 — 48. Минус один — 47. Поехали. Надо будет все-таки разобраться с этими ссылками. 8. Восьмой видос. Потому что реально начинает напрягать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Самый невезучий. Это у нас был роллинг. Ну, видите, здесь вот комментарий. Я не знаю, что так, ребят. Вот хрен его знает, что с этим ютубом не так. Ну, реально это уже задрачивать начинает. Так. Еще, блин, десяточка. Назар Канев. Давно хотел перейти на новый сервер, краще для бездоната. Так, окей, смотрим. Кошмарка один день. Подписка есть. Так, это у него 10. А, все, я понял. Знаете, я думаю, что за фигня. Это что, ребят, видосы с этого. С десяточки. Все, теперь ко мне дошло, что оно так в разброс все. Тут себе ребята решили еще и остальное. Так, ну Назар тут. Бугимен. Неделя назад. Тест. Ну тут есть эти видосы. То, что надо. Вот откачаем калашек. Пошли они. Здесь видосы есть. Красавчик. Так, поехали. По айдишке найдем его еще в ВК. Так. Правильно мы скачали на Зарканев, Евгений Глухов. Жесть. Так, 114 340. Да, это оно. Новые парящие огники. Так, это десяточка пошла. Это очень много. Ребята делали репосты, красавчики. В общем, пишите в комментах, ребят, под этим видосом, кого нету в комментариях, я не знаю, под видосами будем что-то думать, но это все, что есть, я весь спам повытаскивал, все, что можно было. Так, вот, пошли видосы с той недели. Пекло, Минотавр, обзор, оса, девчик, все есть. Так. Ну вот они, те же самые видосы, бугимены и прочее. Поздравляю. Так, есть. Дальше. Давайте еще. Вот здесь тоже интересно, кстати, посмотреть на спам. Так, это пчелка Майя, а у нас был немножко другой видос, да? Интересно посмотреть здесь его. Тоже, видите, не находит.
Хотя вот здесь он есть. Странно. А так по ID-шке не ищет. Очень странно. Ну ладно. Спама тут у него нет. Это однозначно. В общем, поздравляю победителей. Следующая неделя, если будет на русском. Ну, обычно он в 2 недели, как видите, поэтому делайте, выполняйте условия, подписка, открытые видосы, как с вами связаться, правильный коммент, минимум 15 видосов на страничке, и все будет very good. Все, всем удачи, всем пока.